Алина? Слышно меня, да? Да. Здравствуйте. А вы вообще расскажите, чем занимаетесь? Дети есть? Нет, я только что окончила учебу. Понятно. То есть времени уделять работе есть или где-то еще работаете? Нет, не работа. Понятно. А с компанией вообще знакомы? Тогда кратко ассортимент перечислю. Там самый популярный — это бытовая химия идет, одежда детская и взрослая есть, вплоть до зимней. Потом еда для похудения и спортсменов, медицинские аппараты, витаминки всякие есть. Ну, косметика, парфюм, это естественно, украшения, нижнее белье, чаи всякие и так далее. Вот. Значит, нам компания предоставляет интернет-магазин под ключ бесплатно, да, то есть это не общий сайт, который вот мы заходим, да, а другой по ссылочке, посмотрели там, да, уже, вот мы его рекламируем, домен, хостинг, ничего платить не надо, обновляется он тоже автоматически, и вот всеми способами мы его рекламируем по инструкции, также мы используем автоматические программы, да, вот, всему обучаем, и так далее. Вложений там, закупки, какие-то продукцию закупать или там программистам ничего не платим. Это все компания делает. А вообще в супермаркет какой ходите? В смысле? Ну вот Магнит там, Ашан, какой у вас, Лента. Я в разные хожу. Угу. Ну, чтобы вот немножко в продукции лучше разбирались, лучше теперь не туда ходить, а у себя в магазине, потому что мы так привносим свой товарооборот. Ну, нам, конечно, с группового платят, да, то есть компания платит процент. Допустим, вы зарегистрировали, ну, вот выбрали метод в Инстаграме работать, да, сделали по инструкции рабочие аккаунты, запустили их в программку, да, вот, вам идут регистрации. Допустим, за 10 дней вы 100 человек зарегистрировали, а они зарегистрировали тоже, какая-то часть из них еще зарегистрировала 500, то компания вам платит с товарооборота 510 человек. Вот. А из этих 500, если кто-то еще кого-то зарегистрировал, ну, допустим, еще там 1000, да, то... Бросилась. Алло? Бросилась. Если из этих... Вот, из 500 кто-то зарегистрировал 1000 человек, да, то компания вам уже платит с 1510 человек товарооборот. Это все ваш товарооборот считается, потому что под вашим магазином получается. Вот. Я сама также раскручиваю тоже таким же способом магазин свой, да, и у меня больше 6000 постоянных покупателей. Вот. Если мы куда-то уехали, если мы уже на пассивный доход вышли, если мы куда-то уехали, это на работу никак не влияет. То есть вот я недавно с Эмиратов приехала, у меня все равно была зарплата, и она даже увеличилась. Вот. Также стараемся, вот уже говорила, поменять магазин, чтобы немножко лучше в продукции разбирались, как полноценный директор интернет-магазина. Да? То есть всякие там чаи, черно-зеленые прокладки, одежду, ну что еще, витаминки, все стараемся здесь брать, да, вот, косметику, качество очень хорошее, цены тоже недорогие, пример приведу, нам по цене склада чай выходит 59 рублей пачка, да, потом футболочки хлопковые 200 с чем-то рублей, да, ну вот натуральные футболки аж 600 стоят в обычном магазине. Потом, что еще пример привести. Ну, также суперсредства всякие есть, как карандаш-пятновыводитель, он стоит 80 с чем-то рублей, да. Все отмывает, мазут, траву, масло, желтые старые пятна и так далее, да. Вот. Алло? Что-то у меня звук пропал, вы там? Алло, слышно меня? Алло.
Алло, что-то я кнопочку нажала, видимо. Сброс, у меня звук выключился. Что-то у меня пишет, звук выключается. Сейчас перезвоню на всякий случай. Алло. Что-то у меня звук выключался. Это решила перезвонить. На чем я остановилась? Про чай что-то говорили, про карандаш. Ну вот такие продукции или средства для плиты духовок тоже супер там. Оно прям на расхват идет, да? Ну, личными продажами не рекомендую заниматься. Лучше время уделить на подачу рекламы в интернете, да? Ну, в принципе, можно личными продажами, но на них-то много не заработаешь, только там несколько тысяч рублей, да? Вот, а здесь можно через рекламу заработать намного больше, когда люди по ссылочке у вас регистрируются в магазине. Вот. Большинство идет все-таки просто покупатели, которые хотят подарки и скидку, да? Сейчас вот подарок, сегодня последний день, да? Акция «Порошок большой в подарок» на 65 килограмм стирки. С понедельника новичку будет набор косметики в подарок. Ну, это вот стартовая программа, шаг первый. Поэтому многие идут по стартовой программе и регистрируются для подарочков. Часть регистрируется, чтобы работать. Вот если они просто на подарок и скидку хотят, мы тогда им высылаем картиночки подарков, да? Если они на бизнес регистрируются, то мы их добавляем в обучение. А вы Телеграм скачали ведь, да, уже? Да. А по стартовой будете идти тоже? Да. Понятно. Ладно, картиночку стартовой тоже скину. В обучение сейчас добавлю. А сами там ничего вообще не пробовали, да, еще? В компании-то. Нет. Ну, посмотрите, может быть, магазин уже успели посмотреть. Вот, чтобы вы знали, как оформлять доставку, сколько дней она идет, как оплачивать, чтобы это новичкам вы объясняли тоже, если они спрашивают. Вот. Потом они, в принципе, приучаются отвечать, спрашивать в чате, потому что чаты и по продукции у нас есть, и техподдержки. Вот. Но первое время они обычно спрашивают у тех, кто их зарегистрировал. Таким образом. Ну ладно, тогда приятно было познакомиться. Давайте дальше спишемся и в обучение добавлю. Хорошо. Ага, ну все, тогда до свидания.